Ребята, а вы знали, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здорова, дорогие друзья! С вами Castle Blazing Jones, и у нас рубрика Депслайн, это прячущий! Всем здорово, чуваки! Ребята, сегодня у нас необычная серия, сегодня у нас полицейские тачки, за это уже надо поставить лайк, но я объясняю правила данной рубрики. У нас есть 6 машин, которые мы должны спрятать, после чего, как мы уже спрятали наши тачки, мы должны их найти за 4 минуты. И, ребят, смотрите, если мы находим 2 тачки за 4 минуты, то мы выбираем одну тачку, ее тюнингуем и уже проводим все испытания на этой тачке. Ну, а кто сегодня победит в испытаниях и решится в этой серии? Я уже желаю приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, естественно, ребята, не забывайте про колокольчик. А также, ребята, не забывайте написать абсолютно любой комментарий и также подписываться на мой инстаграм по ссылочке в описании и в комментариях. И, ребят, давайте, сможете ли вы это все сделать за 5 секунд? Все, время пошло. 1, 2, 3, 4, 5. Я надеюсь, что вы это все сделали. Подписались на мой инстаграм, подписались на канал, естественно, поставили лайк и подписались на мой ВКонтакте. Но я вам желаю приятного просмотра, а мы начинаем! Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что такие как ты 66%, и это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Так что давай, поиграем с тобой маленькую игру. Условия очень просты, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Смотри, если у тебя кнопка подписаться горит красным цветом, то это неправильно. Быстрее тыкай на нее, чтобы она стала серой. Также, пожалуйста, поставь лайк и напиши абсолютно любой комментарий, так ты станешь самым крутым на планете. Так что, друг, я верю именно в тебя и надеюсь, что ты подпишешься на мой канал, поставишь сейчас же лайк и напишешь абсолютно любой комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Так, ребята, мы уже, в принципе, тут катаемся по тюрьме и ищем, куда бы спрятать нашу Бугатти. Да, ребята, это полицейская Бугатти Широн, и она очень даже прикольно выглядит. Так, кустики, кустики, здравствуйте, вы мне, наверное, сейчас поможете, мне так кажется. Так, ну-ка, а может в эти, ребята, вообще в какие кусты спрятать? Мне кажется, ну не, в этих очень сильно палится, а вот в этих, мне кажется, в углу прям вообще, мне кажется, беспально будет, реально, очень, мне кажется, крутое место. Так, и все. Так, ну-ка, давайте, ребята, посмотрим, вообще, ее практически, ребята, не видно, и мне кажется, это реально крутое место. И, ребят, давайте уже возьмем уже нашу вторую тачку. Так, ребята, вторая тачка, это у нас полицейская машина, ребята. Да, очень даже прикольненькая тачка такая, она достаточно быстрая. И вообще, ребята, напишите в комментариях, вот нравится ли вам полиция или же милиция. Вот я просто не знаю, у кого как. Вот у меня лично в Беларуси она милиция. И, ребята, пишите вообще в комментариях, вот хотели бы вы работать милиционером или же полицейским. Вот лично я бы, наверное, не хотел бы работать, потому что все же это очень ответственная, мне кажется, работа. И, мне кажется, вот это идеальное место, мне кажется, подойдет для нашей тачки, потому что Леха просто, во-первых, будет кататься тут очень долго, он потеряет часть своего времени, так что оставляем ее тут и переходим уже к следующей тачке. Ребята, следующая, последняя тачка, это такая вот громадина. Ребята, вы просто посмотрите, это просто очень жесткий броневик. И вот я его, наверное, все же спрячу недалеко от спавна. Мне кажется, это будет реально прикольненькое место. Так, тут охранник какой-то, я думаю, он не спалит нашу тачку. Ой, братан, прости, пожалуйста, мы тебя немножко подтолкнули. Так что я думаю, ты на нас не обидишься. И, ребята, мы спрятали нашу последнюю тачку. И давайте перейдем уже к поиску наших тачек. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы отправляться на поиски тачки. Леха, ты готов? Я готов. Ну, перед этим, братан, я тебя спрошу, ты хорошо спрятал свои тачки? Идеально, вот идеально. Ну, идеально, ну окей, мы это, ребята, с вами проверим сегодня. Ну и, братан, 4 минуты, как всегда, и раз, и два, и три, погнали. То есть, все, братан, так, ты поедешь, вокруг сразу. Ну, давай, братан, я вот сразу на территорию тюрьмы, как бы, заеду, да, посмотрю, что там. Давай, я пока по границам объеду. Давай, так, ну-ка, ну, слушай, я пока что, тут, ребята, тут надо уже. Мне кажется, паркурить. Так, ну-ка, вот тут надо shift-S, наверное, смотреть. Ну, чтобы. Да. Так, я нашел твою тачку.
Чё сразу? Она за забором. А, за забором. Я понял. Так, ладно. Ну, братан, пока что я ничего особо-то ничего не вижу. И опять надо паркурить. И тут можно проехать. Ну, ребята, вообще, в принципе, если вы видите Лёхины тачки, то, ребята, пишите в комментариях вообще, где Лёхины тачки, потому что мне будет очень... Вообще-то у меня очень крутые помощники. Я верю в своих подписчиков. Так, ну-ка давай, опа. Блин, братан, я реально круто. Господи, так, хорош. Да. Врежешься, мне кажется. Я, кстати, идеально вообще. Как ты раздолбал так тачку-то по полицейскому? В смысле? У тебя раздолбанная синяя машинка стоит. Какая синяя? Ты нашел тачку мою? Тогда я ж говорю на границе. Я что-то так дубанул. Ладно, окей. Я пока что тут катаюсь и ничего особо. А хотя. Здравствуй, я вижу. Так, это что? Это Феррари! Я нашел Феррари полицейскую, братан. Я ее забираю. Да. Это Феррари, братан. Красненькая полицейская такая, прикольненькая. Я тоже хочу суперкар себе. А вот попробуй найти теперь. Так, а как тут? А как выехать отсюда? Ребята, как выехать отсюда? Алло, так, я помню, как отсюда выехать. Да не помнишь? Да помню, братан, я хорошо знаю тюрьму. И, братан, у нас уже 2 минуты 20 секунд остается, так что я бы на твоем месте поторопился. Давай, братан. Здорово. Ай, блин, я думал, там открывается. Так, ладно, окей, давай. Так, ты нашел спортивную тачку, окей. Ладно, ну-ка, ты там сказал, вокруг, да, будешь сейчас ехать? Ну, я тоже, наверное, сейчас... Нашел твою тачку, так что я вот по кругу. Поехал. О, в центр, ну давай, братан, в центре, возможно, что-то будет круто. Ну-ка, там гараж какой-то, так, там одна тачка какая-то, и все. Так, ну-ка, давайте дальше так, опа, залезаем и... что, тут какая-то ржавчина или кровь? Я нашел внедорожник. Бугатти. Центр... Ты Бугатти мою нашел. Да, ну ладно, красавчик. Полицейская Бугатти. Окей, ну ты молодец. Так, ну окей, братан, у нас минуты 3 сосется. Ты гадина. Ты говнюк. Почему? Да блин, ты так ее спрятал, то что мне придется скажить. Я уже думал, мне придется целый круг делать, чтобы выехать тут. Но нет. Я не могу выехать, я что-то. Не можешь выехать! Да, ну, братан, там надо. Там надо специальную стрелке ехать, надо вот так. Братан, ты реально говнюк. Почему? Мне придется ехать целый круг! Да. Капец, ребята, просто чё, минуту! Стой. Обернись назад, я как раз чё? С другой стороны. Да ты маленький, вообще офигел, ребята, ну вот реально, ну вот чё ты за человек? Круг наворачивать. Капец, так, ладно, ребят, давайте на этом жестком внедорожнике. Чё такое, чё такое? Сейчас 3 тачки там спрятать, короче, чтобы ты вот так... Реально, это было бы жестко. Это жестко очень. Мне кажется, знаешь, я бы просто выбрал там уже тачку и привез, и просто уже остановил бы видос. Мне кажется, так, ну ладно, пока что я еду и делаю круг. Я, кстати, его проезжаю. И уже, в принципе, ребята, все. Да. Так, все, ребят, давай, открывайся. И у нас, братан, 29 секунд до СС. А как мне выбраться? Я не знаю, братан, как-то надо себе выезжать. Так, здравствуй, мистер Коп. Давай, там шифты. Так, все, ребята, остается 17 секунд, и надо найти последнюю тачку. Так, давай. В смысле? Я прям к ней прилетел. В смысле прилетел? Ты в курсе, что твоя тачка спрятана возле спавна? Ну блин, братан, я думал, ты не заметишь, и, братан, у нас время вышло. Я не нашел твою одну тачку, кстати, где она была? Моя тачка, а это да, какая получается? Ну последняя, там такой грузовик. Она была тоже на спавне, видишь, там гараж впереди. В смысле? Так там же ничего нету. Есть там. В смысле, реально? Она забаговалась и, короче, прямо наверх тачки сюда запихнула. Чё? Каким боком? Это просто реальное место. Очуметь, это жестко. Ну, ребята, сегодня, получается, у нас Леха находит 3 тачки, я нашел 2 тачки. И, братан, я просто, безусловно, забираю вот эту Феррари и уже буду на ней проводить все испытания. Ты можешь там... Ну, смотри, так как у меня 4 полицейские тачки, то сегодня... Так. Я, получается, забираю... Так, у тебя 2 тачки, братан. Да нет, у тебя нет Бугатти, ты чё? Вот это не твоя? Блин, ладно, окей, братан. Ну, ребята, сегодня у нас будет битва Феррари против Бугатти. Голосуйте в комментариях, кто сегодня победит, Феррари или же Бугатти. Ну, а мы же, ребята, переходим к испытаниям. Ну что, ребята, первое испытание — это уже водная сумма. И, ребят, смотрите, сейчас же голосуйте в комментариях, кто сейчас победит, Бугатти или же Феррари, ребята. Ваши предложения напишите в комментариях. Ну а, ребята, кто кого скидывает, тот получает свой первый балл. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, братан, сейчас я тебя просто уничтожу на своей крутой тачке. Так, давай, на тебе.
Лох. Так, иди сюда, иди-ка сюда, так ты маленький. Вот, на тебе. Полицейский разворот. Ну-ка, пошел отсюда ты со своим полицейским разворотом. Нет! Сейчас упадешь, сейчас упадешь. Давай. Пока. Нет. Пока! Просто изи, ребята. Я получаю свой первый балл. И давайте уже перейдем к нашему второму раунду. Ну что, ребята, у нас уже второй раунд. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, мстить ты там готов. Ну давай, братан, сейчас я тебя просто уничтожу. Так, задом, на тебя. Чё ты за бабочка какая-то с крылышками? Ты жук-паук. Ой, я ненавижу таких. Так, ну нафиг, сразу минус. Минус, так, минус, давай, так, минус вторая дверь должна быть дверь. Так, давай. Так, всё, пошёл отсюда. Пошёл. Ну, братан, у нас... Это я тачку облегчаю, чтобы вы быстрее выиграли. А, я понял тебя. Так, ну, слушай, братан, мне кажется, ты себе так, сейчас так облегчишь, что упадешь в воду. Пошёл отсюда, на. Вау, это было жёстко, ребята. Вот это лайкусик, вот это лайкусик. А, да? Ну я понял тебя. Так, ну давай. Давай. Нет. Теперь твоя очередь. Нет. И, ребята, я упал. Вот, получается, Лёха получает свой первый балл на счет 1-1. И давайте перейдем к нашему третьему жесткому раунду. Ну что, ребята, третий жесткий завершающий раунд. И, Лёха, погнали. Сейчас я тебя уже скину и получу свой второй балл. Ты понял меня? Так, ты что там дрифтишь на тебе? Вау. Братан, мне кажется, тебе конец. Мне кажется, тебе конец. Ты мастер дрифта. Все, все, упал. Тактика. Ну давай. Тактика. Ну что? Ну, смотри, он реально выезжает. Чё? Реально? Да. Реально? Чё? С раскачки, сейчас выйду. Так, ребята, давай, мне это не нравится. Реально, чё? Вот это было жестко. Это читерская какая-то. Мне кажется, это реально чит Бугатти какая-то. Ну, братан, давай. Попробуй меня догнать. Это было жестко, ребята. Но все же с помощью обмана я получаю свой второй балл. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему второму испытанию. Слушай, ребята, второе испытание — это гонка, и Леха, погнали, сейчас я тебя просто уничтожу, ничего себе туда. Вау, Бугатти, но мне кажется, Феррари все же будет тебя догонять. Все, да? Братан, пошел отсюда. Вау, точка, это было опасно, это было опасно. Ой, братан, кто-то врезался, да? Кто-то врезался, я вижу. В столб. Даже не из-за тачки, а столб, я понял тебя. Ну, братан, пока что я еду, и мне это нравится, я лидирую, и... А вот мне это нравится, так. Ну-ка, давай, тихо. Что такое? Что? Как-никак, это Бугатти, одна из самых быстрых тачек в мире, так что? Самых быстрых? Ничего себе. Нет, братан, это не самая быстрая тачка, если так скажу. Так, ну-ка, давай. Это одна из самых быстрых. Одна? Ну да, с этим я соглашусь. И, братан, 5 километров 33 метра мне осталось, братан. 5 километров 40. Сколько? 40. Ай, блин, завертело, закрутило, я понял. Есть, так, тихо. Догнать. Ну, блин, братан, не-не-не, мне кажется, у тебя шанса просто нет. Блин, шанса тут реально просто нет. Врезались в меня, прямо туда. Тихо, блин, тачка, господи, бесит меня. Так, давай. Поворот пролетел, ну бывает. Кстати, ты немножко, даже немножко сократил, мне кажется, для себя. Да, блин, да тачки, господи, что за бред? Так, быстрее. Ой, я тебя уже вижу, синяя пятна, вон она. Так, сам ты синее пятно! Пошел ты нафиг! Полицейское пятно! Полицейское! Кстати, полицейский участок тут будет, можно направо завернуть, там сразу к себе домой туда. Давай. Так, давай. Что такое? Почему боты после того, как ты приезжаешь, начинают на меня выворачивать? Тихо, это было жестко. Дай проехать BMW. Пошел! Я пропустил поворот! Ну так-то да. Нет, так, ребята, едем дальше. Капец. Мы просто пересекаемся с тобой. Да. Сейчас, братан, мы реально сейчас с тобой, мне кажется, нормально выйдем на одну полосу. Ну-ка, хотя... Ну, не знаю. Хотя нет, братан, мы реально пересекаемся, только капец. Так, ладно, ну а у тебя сколько осталось? Мне 3 километра. 2.57. Капец, блин, зачем? Я пропустил за этого поворота, мне плохо будет. Мне реально сейчас будет очень плохо. Так, давай, Роника, пожалуйста. А ты куда? Я не знаю, так быстрее. Ты по внедорожью поехал, серьезно? Кажись, да, так. Я даже к тебе не смог залететь. Капец, так быстрее, пожалуйста, кусты. Все, я вроде как на трассе, братан, и сейчас я тебя догоню. Сейчас я тебя вот догоню. Так, давай. Ой, братан, я вижу тебя, я реально тебя уже вижу, и сейчас, мне кажется, я тебя догоню. Так, давай. 50 осталось мне доехать. Да, мне кажется, братан, 50 км, это, а у меня, кстати, 40 км. Ну-ка, давай. Направо, братан, надо быстрее. Я чуть не пропустил поворот. Вау! Ни хрена себе!
Сколько? Ребята, напишите в комментариях, сколько я вообще сальто сделал. Это просто жесть. Мне кажется, 6, господи, это реально жестко. Так давай, 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 давай. Ути-пути, поворотик. Ой, ути-пути, поворотик, тогда это давай. Ну, господи, походу я... Походу, походу ты пойдешь нафиг. Где он? Братан. Да как? Я его взял. Все, братан, я получаю свой 3-й балл на счет 3-1. И давайте, ребята, уже видим нашему последнему испытанию. Ну что, ребят, у нас же последнее испытание. Это последний выживший. И, ребят, смотрите, нас сейчас будет агриться танки. Кого, в принципе, последнего уничтожают, то получает свой первый балл. И, Леха, ты готов? Я готов. Ну, смотри, братан, у нас последний балл решается. И раз, и два, и три. Погнали, еще, братан. У меня 5 звезд, и лучше, лучше ехать уже. Лучше ехать отсюда. Лучше лететь. Вау, ты куда улетел? Братан, мне кажется, нам сейчас гибель будет. Там реально сейчас будет гибель, и я уже вижу танк. Братан, помоги. Пока. Вот, ребята, просто давайте посмотрим, как Леха уничтожит. Пока, Леха, реально застрял. Ой, Леха, ой, Леха. Ой, Леха, мне кажется, тебе конец. Мне кажется, реально тебе... А что? Я спрячусь, я спрячусь. Братан, ты... Ты в тачку будешь сядешь, алло, ты куда? Я застрял, я пытаюсь его вытащить. Братан, давай. Я ее вытащил. Я бы на твоем месте побыстрее лучше бы это делал. Смотри, он в забор стреляет. Вау, тихо. А, это ты тут? Это я тут, это я, тихо. Он... Дай проект. А! О! Блин, он все же тебя взорвал. Все же тебя, братан, взорвал. И я сегодня, ребята, побеждаю в серии со счетом 4-1. Ну что, ребята, вот такой видосик у нас подходит к концу. Если вам этот видос понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Естественно, ребята, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, на канал Лехи. Ссылка будет на него в описании. Ну а с вами был Флейзинжел. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!